Ну что ж, всем доброго времени суток. Привет, Вить, привет, Сережа, привет всем тем, кто только присоединяется, ребят. Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами продолжим проходить игру под названием The Evil Within. В простонародье Злой Визин и еще куча других названий, переначиваний и прочее, прочее, прочее. Привет, Роше, привет, рад тебя видеть. В прошлый раз мы с вами остановились, по-моему, на 6 главе. Всего, я напомню, в игре, по-моему, 14 или 15 глав, я точно не помню. Я проходила, неужели в хате потеплело? Да! Да, ребята, в хате потеплело, и я надела футболку. Шок-контент. Ой, тут на меня, тут, видите, из меня Сэм Портер Бриджес смотрит. Из-под тишка на вас. Как ваши дела? Как ваше настроение, ребят? Потому что я что-то... Ну, я делами по дому там занималась, все дела. Я что-то так задолбалась. Устала перед стримом. Это плохая затея, на самом деле, но так вышло. Завтра-завтра я сменю цвет волос. А то реально что-то зачастило. Вот. Поэтому будут некоторые перемены. Но я думаю, что сегодня мы не успеем до конца пройти зло Визина. У тебя еще холодно? А у нас топить опять начали просто. Блин, подождите, кошка надо... Кошка, как всегда, по дефолту, чё. Давай. Классическая кошка захотела выйти. У меня затопили батареи, слава богу, потому что это было бы совсем жесть. Ну что, давайте начнем. Я, наверное, надену опять второй наушник для полного погружения в игру. Так, я, наверное, микрофон подальше уберу, чтобы, если я заору... Привет, Лия, рад тебя видеть. Как твои дела? Здравствуйте, Григорий. Так, мы, значит, на этом моменте становились. Окей. Идем осторожно. Кто знает, сколько их тут. Мои, ну так, терпимо. Чё, кстати, это, ребят? Нормально игру слышно? А чё, вы на... Это вы из Англии? А где Джозеф? Привет, Мэла. Просто есть звук, звук есть, я вообще-то... Меня не обманешь, Мэла. Ты за инкогнито сегодня, да? Вместо инкогнито. А где Джозеф Кек? Пока да. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое, Сережа, за поддержку. Да, алерты. Не верите? Ну, в смысле, я реально испугалась. Я подумала, просто что на меня опять идет. У меня была опять мысль заорать. Я когда слышу, когда кто-то орет, мне почему-то машинально хочется тоже орать. Это странная тема. Наверное, я подумала, я вовремя остановилась. Где Джозеф-то, Кек?
Затяна алерти, а я не знаю, какая-то рандомная тянка. Я просто ее нашла в этом. В гугле. Мои ли дела, в принципе, средние? Я знаю, я видела, ты там подстригать сходила. Это дело хорошее. Я как-то не знаю. Погода, что ли? У нас очень большие перепады погодные, поэтому мне что-то жмыхает довольно сильно. Ой. Мои поздравления, реально, это приятно. Я, правда, уже, наверное... Короче, я, наверное, уже... Года три я точно сама себя всегда стригу. Довольно удобная тема. Может, даже подольше. Джозефина, да. Блин, ну классно было вчера. Я, конечно, понимаю, что не стоит каждый день такие просмотры устраивать, да? Но было забавно. За стрим, за самострижку лайк, спасибо. Я столько денег экономлю. Ты ничего не знаешь про игру? Сейчас ли я тебе расскажу. В общем, мы играем за Себастьяна Кастеланоса. Это детектив... местного города выдуманного, которого зовут Краймсон Сити. Это его напарник, его зовут Джозеф. У нас еще была одна напарница, но она там, ну ладно, короче. У нас, в общем, у нас два напарника, Джозеф и Кидман. Кидман девушка такая с коротенькими волосами, потом увидим. В общем. И нам поступил вызов из Краймсон Сити, из местной психиатрической больницы, что там якобы что-то происходит и какая-то кибербунт, короче. И мы, как добропорядочные граждане, отправились расследовать, что там происходит. В конечном итоге прибываем мы в эту психиатрическую больницу, которая называется Маяк. И оказывается то, что там нет вообще никаких живых людей, только трупы. Какая-то поножопщина жесткая. Но потом оказывается, что все-таки есть. Давай поорем. Извините. Сейчас. Еще один кот. Я вот буду орать, потому что кот, блин. Кот, что тебе надо? Извините. Блин, кот задолбал. Рили. Спасибо большое за поддержку. Спасибо, Сереж. И в общем... Сейчас. Да, это мама, ребят. Короче, оказывается, что все-таки есть выжившие в этом психиатрической лечебнице. И это доктор, его подопечный пациент, которого зовут... как его звали-то? Как зовут этого чела? Кто-нибудь помнит? Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Вместе с мамой зашли коты? Нет, они не зашли. Слава богу. Коты. Я задолбался их угонять. Они... То один захотел выйти, то второй. Здравствуйте всем. Короче, и вместе с... Лесли, я вспомнила. Больной по имени Лесли. И он тоже, короче, какой-то странный, как бы, да, понятно, он в психиатрической больнице лежал, все такое... ну, вот мы, в общем, их встречаем, идем смотреть на камеру наблюдения, что вообще происходит-то.
И в этот момент к нам сзади просто непонятно как телепортируется какой-то полуобгоревший хрен и ударяет нас, наверное. И мы оказываемся в какой-то непонятной хрени, какой-то непонятной дичи, где существуют зомбаки, монстры и прочее. И мы пока не понимаем в полной мере, каким образом мы вообще сюда попали и что это вообще за место такое. Но наша основная задача на данный момент найти... нашу напарницу Кидман, найти Лесли и доктора и выбраться отсюда непонятно, правда, каким образом пока что. Ну там будет понятно потом. Там будет понятно потом, там все понятно на самом деле. Блин, сначала подумала, что ты тебя... Я сначала подумала, что тебе опять подарили... этот... Короче, подумал, что тебе лавина клана подарил подписку на Амуру. И параллельно со всем этим историей мы находим записки, якобы из дневника вот этого нашего главного героя, где рассказывается о том, что он, у него на самом деле есть жена, которая была его напарницей, и они вот там постепенно узнаем, что вообще типа происходит, где его жена и вообще что произошло. Это Блуди Фастер, я не знаю, такой. Не, я не в порядке, дружище. Там все дальше будет раскрываться. Вообще игра прикольная, тут она такая довольно криповая местами. Блин, у меня хп нет, ничего нет. Жизнь боль. Так, у меня винтовочка есть, кстати. Тут просто вообще лютейшая дичь происходит, непонятно вообще, что это, где это, зачем и почему. Ну там постепенно будет все понятно. Давай, ну, давай, Хат. Теперь мы сможем спокойно пройти. Если не ликвидируем других стрелков, у нас нет шансов. Там надо смотреть Ли, короче. Настоятельно рекомендую. Лё какой! Блин, где этот Джозеф? А, кстати, с этим нашим напарником тоже какая-то хрень происходит. Мы его нашли в непонятном месте. И... он, короче, напал на нас. Непонятно. Видимо, он тоже каким-то образом заражен. Непонятно пока, что с ним происходит. Но сейчас он вроде соображает, поэтому мы с ним ходим. Он кукухой до конца не поехал, поэтому мы с ним общаемся. Боеприпасов нет. Блин, надо выше забраться, походу. Так, еще один готов.
Hello. Так. Нам еще надо двоих убить. Одного. Thank you so much for following. Спасибо, друг! Thank you so much. I'm so appreciated. Боеприпасов нет. Не бросай меня здесь. Да я постараюсь. Чатли. А, еще тут круто, короче, зомби тебя могут реально в тебя стрелять и прочее. Видишь? То есть тут реально очень умные зомби. Привет, Януш, рад тебя видеть. Я ранен. Все очень плохо, чат. Я давай, Костлана, вставай. Серьезно? Серьезно? Реально? Кек. Нужно уничтожить всех. Теперь мы сможем спокойно пройти. Если не ликвидируем других стрелков, у нас нет шансов. Хз. Наверное, потому что мобы поставили, и они такие, типа... Я как бы поставил, но меня не работает. Давай. Пойдем. Friendly fire, да. Вот на него смотрите, не работает, да. Ой. Нет. Я не в порядке. У тебя аптечка есть? Спела, наверное, да? Балдёж. Привет, Лавин. Так, это сломалось, у нас осталась еще одна. Пойдем. Джозефина, пойдем.
У меня просто осталось очень мало хп. Так. Сбакитесь, сдолбали уже ходить туда-сюда. Пишемся. Все. Сейчас мы должны пройти. Угу. Нет, вот так лучше сделать. О, это прикольно, лавин. Хорошо, что не было зарегистрировано новых случаев. Ой, это самые душные главы. На самом деле, Лилия пришла в момент самых душных глав. Короче, будет плохо, если я опять сейчас умру. Надо как-то подготовиться. Арбалет — прикольная тема. Надо просто скрафтить. Мне ни хрена нет. Привыкла уже к духоте? Нет, там дальше прикольно. Ну, типа, вообще вначале было довольно интересно. Кто смотрел, ну, кто вообще до меня играл или видел. Изи. Все? Нет, не все. Блин! Я, короче, начну с гранат. Вышла ближнебойная граната, да. Просто пока она, блин, взорвется, вот видишь? Балдеж, да? Я говорю, почему я под себе ее кидаю? Понимаешь?
Вторая часть... Да, вторая часть балдежная, блин. Вторая часть прям вообще шикарная. Блин! А, там можно было увернуться! Там было можно увернуться, но это КУТЕ, а мега быстро. А где все что-то? Только Лия и Мэл говорят. Походу... В четвертой части Ризика сильно душные мобы, эти бензопильщики. Хотя в четвертой части они... самые легкие. А играть не будешь? Буду. Я внимательно смотрю, а Сережа, наверное, увидел вкуснятину и решил поесть. Вкусно. Да как бы читаемо, читаемо. Ну то, что ты опять готовишь, почему-то я не удивлена, вот знаешь. Что-то на мозг мой давит. Если что-то давит на мозг, значит он есть, правильно? Это хорошо. Я Ванга, конечно. Так, сейчас вот, вот этот самый момент кинуть Грену. Все? Кек! Кек! Легчаешь? Осторожно. Кто знает, сколько их тут. Там был лут, надо забрать. А чё готовишь ты, Серёж? Опа, я слышу сэр. Лифт стоит на верхнем этаже. Будем искать другой путь. О, это вкусно, это очень вкусно. Так, где-то я слышу... Сейчас ты увидишь Ли момент. Я не знаю, видела ты вообще его или нет. В чём было дело? Да, сейчас увидишь момент, не знаю, видела ты или нет, но он тебя упорит. Так, сначала прочитай записочку. А, дневник Себастьяна Касталаноса, 17 мая 2006 года. Уже 8 месяцев, как мы с Майрой поженились. Теперь ждем к тебя, крошка Лили. Скорее бы прошло эти еще 2 месяца, чтобы я наконец смог тебя увидеть. Ясно, свадьба по залету. Угу. Первая, ну она классная, она стрёмная и топ, ну и стрёмная тем еще она и топорная. Но вторая классная, она прям такая вылизанная, голливудская, это прям, ну немного другой. Честное слово, мне страшно, я постоянно смотрю в лицо опасности на работе, но мысль о том, что скоро стану отцом, пугает сильнее всего. Обещаю, что пока я жив, я буду любить и защищать тебя. К новым обязанностям я подойду так же, как и к любому другому делу. Буду отдавать себя целиком, без остатка. Буду делать все, что в моих силах. Знаю, мы с твоей мамой любим тебя и очень ждем в этом мире. Хоть он иногда бывает жестоким. Я почти все резики прошел, которые на ПК выходили. Прям вижу, что много элементов из резиков. Точнее, после этого стал больше этого замечать, когда в первый раз Визин проходил. Ни одного резика тогда не прошел и не замечал ничего, ну, кроме зомби. Ну, это ж один чел делал. Да, чтоб ты познала всю степень безумия ли в этой игре.
Вроде счастлив, ты уверен? Пропала сотрудница полиции, пропал детектив, ведутся поиски. Майра Кастелланес, 36 лет, детектив полиции Краймсон Сити, исчезла при выполнении служебных обязанностей. Полиция отрицает, какую бы то ни было связь этого происшествия с проводимыми ей расследованиями. Муж Майры, сержант полиции Себастьян Кастелланес, от комментариев отказывается. Блин, еще Кастелланес, шикарный мужик. Блин, нам не хватает на прокачку. Пососич. Ладно, лечение шицами прокачаю. Чтоб побольше регенил, а то вообще фигня. Давай, сохранимся. Я, кстати, потом вам расскажу, почему мы именно в это место попадаем. После того, как пройдем игру, я вам расскажу, почему именно в это место мы попадаем. Возможно, не врет, типа, каждому свое, я женился не по залету, а обдуманно, типа, чего думает твоя невеста геймер. Это да. Тут как бы да. Даже думать не надо. А сейчас в резике Симон дошел до дома Лукаса, это которому вначале руку отрезал. Нет, это почти финал, не помнишь? Дом Лукаса? Может быть, ты путаешь? Дом Лукаса — это брат Бейкер. А, да-да, руку он отрезал, все, я вспомнила. Ну, это середина где-то. Вот, короче, когда дойдешь до корабля... Я не буду говорить ничего. Просто, когда дойдешь до корабля, знай, это одна треть. Ой, две трети игры. Вот как хорошо быть ублюдком. Свадьба по залету никогда не светит. Балдеж. Да не что. Ну, кстати, как тебе седьмой резидент? Но они были знакомы даже не месяц. Вот сейчас знакомиться. Балдеж. Вот как это, оказывается, бывает, блин. А я что-то парюсь, типа, там, всегда парилась, типа, человек надо узнать все такое. Вот он, прекрасный рандом. Как думаешь, у Кидман все в порядке? Мне не нравится, что они использовали ее как приманку. Такое чувство, что с нами... Ты рад, Лавина, что у вас кончились проблемы с карантином? Видите, кашляет коронавирус. Осталось немного. Ну, как бы, да, два ребенка, пора познакомиться. Наверное, это из разряда типа, а ну одного уже сделали, можно и второго, в принципе. Их только двое. Мы справимся. Нет, подожди. Ну да. Джозеф. Джозя, я тебя спасу. Я ворошиловский стрелок.
Ты в порядке? Я в порядке, не беспокойся. Ну вообще жесть, конечно. Шикарно, он больше всех меня пугает. Прям иногда даже страшно было идти. Даже эти черные нечто криповое, особенно которые по земле ползают на четырех лапах, там ликеры из предыдущих частей, давно меня так игры не пугали. Блин, седьмая часть — это реально топич. Мне очень седьмая часть нравилась. Не нужно было меня спасать. А? Какого черта? Ворошиловский чтимель, да. Времени. Так будет лучше. Осуждаю. Какого хуя? Ну да, озвучка добавила это. Более живой игру, что ли, сделала, не знаю. Ой, я ж хрюкнула, простите. Хрю. Хрюча. Я свинка Пеппа. Прикрой меня. Возможно, это китайская фамилия? Возможно. О, видишь, он замахивается, Лия? В этой игре, блин, мобы умеют драться. Ну, типа, оружием, огнестрелом, топором. То есть, типа, как зомбаки, только соображают лучше. Припасов нет. Блин, я все в каком-то... в кишках. Ой. Юзер Твича, да. Приятный аппетит, Лавин. Я накатила. У меня в стиме. Я. Да. Я сама озвучивала. Да просто так удобнее. Я помню, как проходила, было неудобно и читать, и прочее. Тут хотя бы поудобнее сделали. Да пофиг, озвучка. Главное, что есть, типа. Я так ли... ну, я лучше на звук, на слух соображаю, если честно. Ну, во второй части, слава богу, есть озвучка, как бы... от разрабов, и она очень хорошая, кстати. Ну, мне нормально зашла она. Похоже, это какой-то рынок. Здесь тоже никого. Не будем задерживаться. Балдёж. Ля, ребят, патрончики. Много патрончиков. Балдёж. Она большая. Не, тут нормально. Тут даже там матерятся, типа, норм. Мне вот интересно, что в восьмом резике будет. Ну, типа, оставят ли такую же атмосферу, как в седьмом. Я очень на это надеюсь, потому что седьмой прям, ну, для меня был самым топовым. Так, тут кассет, сейчас послушаем.
Да, анонсировали в 2021 году. Ой, в 2021, да, правильно говорил. В 2021 году выходит. Хрена он жесткий. Ой-ой-ой, жмыхнул-то как? Ля. Ля, наркомания. Вроде отпустила. Ну, конечно, блин, засандали себе какую-то хрень непонятную в сердце. Чё он ожидал? Блин, прикольно, тут бутылки вина разбиваются. Так, тут где-то было... Вот, да, нам надо послушать. Отец был человеком суровым, гордым и, как я думал, умным. Но еще он был благочестивым, верующим. Чтобы не писали газеты, он был на стороне церкви. Резик восьмой. Отмахивался от обвинений, словно она непогрешима. Она принимала всех. И кажется, я их чую. И суровых мужчин. Возможно, они рядом. Им обещали спасение и вечную жизнь. Она не обещала им ничего, что я не мог бы отнять. Кот там чуешь? Жози, а что ты там чуешь? Нам сюда? Это да, давно был. Шерлока нового? От создателей The Sinking City? Что там лавина? Донат чует? Какой донат? Кажется, я их чую. А. Ну, возможно, они рядом. Точно не от тебя, лавин. Блин, я как вспомню, этот великолепный в The Sinking City, просто игра величайшая. 10/10 приблизительно. Такие лица, такой лицевой анимации я никогда в жизни не видела. Настолько прекрасный. И ужасный. Как думаешь, где мы? Скорее уж, нигде, а когда. Дома какие-то средневековые. Да, но тут электричество. Да, я слышал об этом. Так не бывает. Прикольно. Будто чьи-то отрывочные воспоминания. Да-да-да, там была тянута зашитым ртом. Я не знаю, такое ощущение, как будто... Некоторые разработчики вообще, типа, клали на сюжет, на разработку, вообще, типа, ну, выпустим, типа, по Лавкрафту уже, ребят. Ой. Черт. Давай зайдем сюда. Мне это интересно, Миками как? Вот если бы Миками дали, он бы нормально сделал. Аналитик, да. Занимаешься все тем же, Сэп? После того случая? Ну, пистолет к виску я не представлял. Нет, конечно. Да, на стример аналитик. Просто потихоньку лез в бутылку. Все мы не ангелы. Работе это не мешало. О, Витя. Но ты же читал рапорт ОВР. Я пожаловался на тебя не потому, что боялся за работу, Себастьян. А почему тогда? Как бы за тебя, наверное, волновался, не? Некогда разбираться. Мне нужен напарник. Я рассчитываю на тебя. О, Катя. О, Витя.
Нашел что-нибудь? Возможно. Тут сплошь какие-то символы. Сектанты, что ли? Клятый сектант. Оп. Я вроде в порядке. Пойдем дальше. Слышу звук. Так тут книг нет, да? Да, круглый в полоску в чате. Так, мы нашли одну хрень. Эх, дофига. Я, кстати, никогда всю, все полностью не собирала. А, пастор под следствием. В приходе есть признаки нарушения церковного порядка. Пастор Сальвадор Грисиано отвергает обвинения в неподобающем расходовании денежных средств. Представители церкви, расследующие это дело, отмечают отсутствие записи о пожертвованиях и расходах в данном приходе. Ну да, наверное, да. Ну, Шерлок и студия довольно хорошо получается. Не знаю, что там за Синкин Синси, не проходил ее, не смотрел стримы. Ой, Ли, лучше не смотри. Пропал пастор Сальвадор Грисиано. Пропал пастор Грисиано и несколько прихожан, находившихся в церкви Седер Хилл. С момента их исчезновения церковь остается запертой на замок. Да, ты будешь очень разочарована в этой игре. Да, попробуй сама поиграть. Не назвали ее кроликом, потому что у нас лавины есть кроликов. Сейчас лавина узнает, что Лия кролик и съест ее. Ты отмучился и чего? Напиши, что там. Ладно. Погоди. Сейчас я залезу и попробую осмотреться. Ну, здорово, здорово. Гуляш сделаешь, шашлык? Да. Выписали кучу говна на целый лист. Ну, классик. Это же Кидман. Кэш жарит. С кем это она? Чем? Смотри, что я нашел. Ой. Вроде должно еще стрелять. Иди вперед, я тебя прикрою. Балдёж. В укрытие, они вооружены. Во-во. Зомби вооружены. О, балдёж. Спасибо, дружочек. Спасибо.
Себастьян, ты должен выйти на тропинку, которая ведет к церкви. Иди вперед, я тебя прикрою. Ок. Прикольно. Сука. Припасов нет. Эй, дружок, может, ты там постреляешь? Дрына Менде. А! Are you fucking serious? Да, я знала, Лавин, что ты видел. Тупик. Поищу другой маршрут. Встретимся у коней. Сюда. Встретимся у коней. Так, ну вот здесь проход, кстати. Ну, я как бы слишком слабенькая. Дубин до колена, да. Ну, гранаты, да, можно что угодно пробить, мне кажется. От шприца, так сказать, никогда не откажусь. Ребятам, кто уже второй стрим смотрит, и кто впервые видит эту игру, как вам Визин? Записка к кладбищу. Уолт, я пошел вызволять Дону, и я знаю, как попасть в волчье логово. За мной не ходи, позаботься о семье, я приведу Дону. Дэниел. Погоди, в том доме что-то было написано про коней. Сейчас посмотрю в блокноте. Осуждаю про шприц, я тоже осуждаю. Думаю, нам вниз. Что бы мы делали без этого гения? Главное поддержать, Януш. Подбодрить.
ногти все пилишь? Сколько можно? Все пилит и пилит ногти, пилит и пилит. Блин, наверное, мне не хватит. Да, главное, что у меня не пилит, это правда. Ой. Ты в порядке? Нет. Обо мне не беспокойся. А ты ведь внимательно смотришь игру, или тебе не очень такое? Хотя ты говорил, что тебе не нравится Визин. Ну да, это да. У нас тоже не особо-то соблюдают. Я думал, ты в игру смотришь. Тут есть вообще люди, которые смотрят игру? Три, пять, девять, семь. Опять? Так вчера ж смотрели. Ну, она на любителя, я понимаю. Но а ты вторую смотрел? Да, у нас обязательно перчатки носить, типа масочный и перчаточный режим. Как думаешь, что это за цифры? Для меня это ничего не значит. А должно? Секунду, я что-то такое записывал. Похоже, эти жертвы нужно опустить на соответствующие алтари. И тогда откроется безопасный путь к нему. Ляка Корбус. Это в лучшем случае.
что-то слышу. Чё, попробуем? Ух. Похоже, ты все сделал правильно. Похоже, получается так. Ля, какой концептуальный лифт. А, это томатный суп. Никто не хочет томатного супа, ребят. Ну, типа, чтобы перчатки, чтобы ты, типа, не трогал вещи другого человека. Не хочешь томатный суп в инкогнито? Вон там Серёжа готовит, могли попросить его томатный суп сделать. Потрогал вещи Мэла. Ну, теперь все беззараживать придется. Первая записка из лаборатории на кладбище. Наверное, сам Господь пожелал, чтобы эти сироты-близнецы выжили. Их крестили и дали лекарства. Ноин и его брат Сейн быстро поправились, но также быстро начали меняться. Конечно, они близнецы, но по какой-то причине их паттерны роста совершенно идентичны. 12 часов после введения сыворотки. Ноин 122... И 4, 28 и 2 кг. Температура поднимается, боль в нижних конечностях. 24 часа после введения сыворотки. Жизненно важные функции стабилизировались, спят урывками. 36 часов после введения сыворотки. В полубессознательном состоянии разговаривают с воображаемыми собеседниками. Это про меня. 48 часов после введения сыворотки. Возбуждены, примерно применено успокаивающее. Смерть. Будем знать. Блин, сейчас отойду на 5 сек, ребят, мне нужно... Мне что-то на голову давит. А, подождите. Мне, короче, ободок, походу, на голову давил. Поэтому было больно. Нет, не пись вирус. Мозг давит. Блин, но у меня анджаза есть. Мозг выходит? Блин, давайте не надо. Я не хочу, чтобы он выходил. Я хочу, чтобы он остался. Вторая записка из лаборатории на кладбище. Раз в месяц у каменного саркофага, который владелец называет алтарем, складывают приношения. 2 трупа, 4 трупа, 3 трупа, 5 трупов, 4 трупа, 7 трупов, 6 трупов. Церковный сторожевой пес начал меняться, как у близнецов у него прогрессирует аберрация. Сегодня он сажал 6 трупов и уже воет, требуя добавки. Я не смею отвести взгляда от зверя. Он может подумать, что я еще одну жертву. Отношения. What the fuck? Осуждаю. Осуждаю. Ля. Симпатичный пес.
Да, похоже. А, я помню этот момент. Можешь это открыть? Спасибо большое, Сереж, за поддержку. Ай, блин, наша нога заболела. А, сука. Ай, нога. Что с ногой? Что с ногой, чат? Что с ногой? Спасибо большое, Сережа, за поддержку. Зрители опять напились и донатят. Да нет, вроде. Просто поддерживают стримера. Ля. Так, ребят, кто узнал свою бывшую, плюс в чат. У тебя ее не было? Может, это к лучшему. Узнал стримершу, знаешь что? Бля, Джозеф просто взял и расп... Да? Да, я умею читать мысли. Может, это к лучшему, Серёж? Меньше нервотропки. Да милый же пёсель. Ну да, симпатичный такой. Да, собак, прикинь. Очень удобно этим арбалетом стрелять, конечно, по таким целям. Наверное, да. Есть такие. Да, с про Twitch комитет слышала. Я девушка... лось. У меня, правда, уши кошачьи, но вы не смотрите, на самом деле я лось. Что? Я от мочки уронил. Блять.
Блин, на самом деле озвучка хорошая. Передает, так сказать. Лось, а где белка летяга? Это моя сестра. Белка летяга. Я... Это западноевропейский лось, который весит 700 килограмм. Это я. Лосось? Нет, я лось. 700 килограмм. Это я. Боеприпасов нет. Эй, сюда! Сюда! Скорее, пока эта тварь не нашла тебя! Не ищи меня, тварь! Кушать мох не зашквар, это да. Это правда. Я ем моховый. Извини. Я без них не просто слепой. Ну и вообще... Без них я не... Все хорошо. Давай искать Кидман. Без них я как будто... Не Хидео. Ты ешь мух? Это лягушка? О боже, Джозеф, и все это из-за каких-то очков. Ты клипы делать научился на Good Game, молодец, Славин. Без них я не гений, да? Это... А какие звуки задает лось? Плохо видишь без очков? Типа так вот? Это я. Действительно, это я. Седьмой эпизод. Очень плохо. Ну, у меня сестра такая же проблема. Пиу-пиу, пиу-пиу-пиу. Это, да, это я так и сдаю. Вот, а там того же клипа, да, Лавина делает клипы, там, старается. Правда, их никто никогда не увидит, потому что на Good Game никто не сидит, кроме него. Он будет делать клипы и смотреть сам. Ну, типа, да, знаете, вот эта вот фраза «сам шучу, сам торчу», вот то же самое. Примерно как быки, я не знаю, какие звуки издают быки, если честно. У меня вот сестра младшая тоже плохо видит, но ей операцию, скорее всего, будет делать. Это где-то рядом. На 100%. Тронет. Сука! Вот такие. Сука. Вот теперь я реально испугалась. Простите. Стример опять орёт, простите. Я просто пела тронет, и в итоге вот что произошло. Простите. Спасибо большое, Серёж, за поддержку. Эй, Джозеф, ты меня слышишь? Меня аж от монитора отбросило. Я не хотела, ребят, я подальше убрала микро, если что. Реально испугалась. Я что-то просто не ожидала. Себастин, тебе когда-нибудь хотелось просто прыгнуть? С высоты, например? Я не хотела, я не тронулась, Славин. Или под поезд. Представь, что это одолевает тебя целую минуту. Потом две. А потом три. Ты трижды побеждал эту дрянь, Джозеф. Ты знаешь, очки, кстати, про зрение, как ни странно. Ты меня не слушаешь. Дело не в том, что я не могу ее остановить. У сестры, типа, это сильно прогрессирует.
Беда в том, что я не хочу этого делать. Часть меня хочет превратиться. Я не знаю почему, но не могу отговорить себя. Спасибо, Родриго. Это желание. Thank you so much for following. Спасибо большое за фол. Оно как инстинкт и становится все сильнее. О, геймпад вибрирует. Во, вот этот чел нас зажмыхнул в начале игры. Балдёж. Витя, ты полностью, кстати, игру смотрел? Ой. Спасибо большое, Key Chance. Thank you so much. Спасибо большое за фоллоу. Я просто не знаю, кто эти люди. Опять жмыхнуло, ребят. Ну, как бы, все игры, а пора прихода, если что. Кто не знал. Вы кто? Зачем фоловитесь? Не, не против. Я только за. Полку прибыло, так сказать. Спасибо большое. Thank you so much. Я не знаю, просто, знаете, Рубик? Кубик? Этого чувака зовут Рувик. Не Рубик, не Рубик, а Рувик. Искать напарников. Во-во-во, тронет. Это я, кукуха, поехала. Первую часть, да. И что, тебе не понравилось? Ну, вторая классная. Она прям, ну... Ну, посмотришь. Тронет. Тронет. Тронулась крыша моя, ребят. Такое бывает. Не обессудьте, с каждым может произойти. Вторая лучше, чем мы... Блин, Лавин, ты вот все опошляешь. Но вторая часть, она по-своему хороша, я согласна. Какими-то моментами она реально намного лучше. А во-первых, там, блин, ну, по факту, можно сказать, условно говоря, там открытый мир. Ну как, не совсем, ну практически можно сказать. Там не душные РПГ, там просто, ну, как бы свобода передвижения. То есть ты не по туннелю двигаешься, а ты можешь изучать локации, находить что-то хорошее или что-то не очень хорошее, так скажем. Да, и загадки со стульями. Прекрасно. Так вот чел лежит, отдыхает. А, ну это тот, кстати, чел, которого, помните, пастырь этот, которого ищет за хищение или что там, что-то там его искали. Все пропало, шеф. Ск...
Блин, на гейпаде так неудобно целиться. Пару лет назад проходил все части, игра полюбилась. Привет. Я с тобой полностью согласна. Я тоже пару лет назад проходила. Ну как? Год 4 назад. Вот решила перепройти уже на стриме. Игра мне очень понравилась в свое время. Я тебя прекрасно понимаю. Пеплок. Я надеюсь, я правильно прочитала твой ник. Привет. Я ее проходила перед выходом первой части. Ой, второй части. Мне было интересно. Ну, как бы я думала, ну что, я буду играть во вторую, не понимая вообще, что происходит в игре. Поэтому начала проходить первую. И, блин, она мне нормально так нервы пощекотала. Да она мне до сих пор нервы щекочет. Местами. Я просто... Когда я играю в игру... Я прям реально погружаюсь в нее, и в некоторые моменты как будто верю, как будто это со мной происходит. Особенно, блин, когда надо убегать, прятаться от какого-нибудь противника, это прям вообще для меня. Не люблю, конечно. Угу. Что он гонит? Ну да, такая игра, где нужно... Где ты можешь отдать, ну типа отпор хотя бы дать. Это здорово, я согласна с тобой. Я не шо, ты шо, я не шо, ты шо. Вы что-нибудь тоже, ребят? Плюс некоторые ребят не видели ее с моего стрима, вот. Я думала почему-то, Вить, что ты не смотрел полностью. Вот Лия не видела. Сережа не видел. Рони не видел, но я не знаю, Рони на стриме или нет. Ну, если что, повторю, посмотрит. Так, вроде все по запасам норм. Я не видел. Да-да, ты не видел. Да-да, хоррор где-то беспомощный, просто раздражает. Тут у меня такая же проблема. Вот Outlast просто не люблю, потому что тебе надо прятаться, и ты такой весь беззащитный, и ничего не можешь сделать против тех противников. Это так бесит меня очень сильно. На помощь! Стук металла! Он идет. Я бегу, но он идет за мной! Помогите! О боже! Помогите! 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 Вот так. Я старалась, ребят. Эта игра разыгрывает? Ну, тут так, знаешь, типа... 50-50. Ну, тут местами страшно, если честно, ну, вот когда сам играешь. Ну, мне так кажется, во всяком случае. У каждого свое понятие хоррор. Когда донат очень чего? Страшно, это да. Спасибо, Сережа. Спонсор моих криков сегодня считается как хоррор. Ну, вообще, да. И Витя меня на Оскар проверял, да, Вить? Так, я слышу, ага, вижу. Я, кстати, вот этот момент очень плохо помню уже в игре. Подходит. Кто-то Bloodborne хоррором называет, но... Потому что страшно, когда тебя убивают, значит, постоянно. Я такой, блин. Это как секира. О, я смогу прокачаться, кстати, сейчас. А мы приветствуем Лили Лин Кастелланос, родившуюся 18 июля 2006 года. В 9:56 утра, вес 7 фунтов, 3 унции, рост 14 дюймов. Счастливы родители Себастьян и Майра Кастелланос. Ну, видишь, да, наверное, все-таки все дело восприятие. Ипотека вот это рили хоррор, согласна. Yeah.
По церкви найдены катакомбы. Пастор заявляет, беспокоиться не о чем. Кто поддерживает там порядок? Рабочие, ремонтировавшие провалившийся пол, обнаружили под церковью Седер Хилл подземные ходы и утверждают, что видели мумии. Священник не пускает церковь историков, утверждая, что это было бы святотатством. Живу беспокойная натура. Да, это я, да. Пропал Крис Тейлор, бригадир строителей, занимавшийся ремонтом провалившегося пола церкви, где его последний раз и видели. Ремонт был почти закончен, так что вряд ли он упал вниз. Да, бывает, бывает. Ну, насчет ипотеки согласна, это реально страшно. Так что, Мэла, твой друг... Знаешь, типа, либо слабоумие, либо отвага, как говорится. Так, время ускорения — это must have просто. Лично. Ну вот не знаю почему, по ощущению, вот эта часть, она подушнее. Я согласна. Местами она душнее, чем вторая. Тут как-то, ну... Это мое мнение, конечно. У каждого оно свое, там все дела. Уважаю мнение ваше, ребят. Ну что, пойдемте за вторым камешком. Якунитатанай. Что? Что это значит? Мне кажется, это Витя почему-то. Сука, мне кажется, родители скоро придут, мне люлей надают. Простите, ребят, пожалуйста, простите. Сука. Якунитатанай. What does it mean in Japanese? Так. Useless. Бесполезный. Осуждаю. Нет, я не считаю тебя бесполезным. Вот. Мне вот кажется, вторая поживее и поболее контента там. Я согласна. Извините. Мне вторая очень нравится. Она прям, ну, контент. Спасибо большое за поддержку. Мне кажется, это Витя, потому что он всегда донатит на японские имена. Спасибо большое. Блин, я не знаю, зачем это сделал, но как бы неважно. Кажется, тебя прокляли. Возможно. Что, сильно заорала? Многим, наоборот, вторая часть не нравится. Ну, она типа... Многим нравится первая часть за ее топорность, а вторая вообще не такая абсолютно. Орнула, кекнула, ага, да. Звучит как стример. Шифр от моего сейфа. Однако сейчас на это нет времени. Цель так близка. Эти данные не должны достаться никому. Они мои. Есть единственный способ. Следующий, кто откроет этот сейф, должен дорого за это заплатить. Какие дела, чат? Блин. Бывает в тайминге, когда вы, конечно, попадаете, когда я не ожидаю этого. Блин, не на ту кнопку нажала! Рука, лицо, чат! Блин, господи, что за тупой стример? Не, ну нам сюда делать как бы... А, я вспомнил, что надо делать. Да, правильно, надо мины бить, избивать. Да не, я помню, ну я забыла, короче, перепутал кнопку, бывает. Когда на геймпаде играешь, бывает. Вроде. К
Кстати, по-моему, видел, как люди спидранят этот момент. Был же этот турнир мегафоновский. И там стримеры вот видел именно этот момент. Где стримеры спидранят The Evil Within именно вот этот вот момент. Вообще, кстати, игра проходит за 2 часа, ну, типа, вот, по спидранерским тактикам она за 2 часа проходит. Вроде. А кто победил? Кейк. Короче, у Гитмана был баг в этой игре. Он поджег зомби. Я не смотрела, мне потом сестра рассказала. У него, короче... Он поджег зомби, они же играют на уровне сложности, где тебя с первого раза убивают. С одного удара. И, короче, он поджег зомби, а зомби, короче, не умер и дал ему люлей. И убил его. Из-за этого он, типа, так бы они, возможно, ну, одинаково бы закончили. Блин, хватит блевать. Вот, смотрите, короче, чему я научилась в этой спидранерской тактике. Блин, подождите. А, ну да, правильно. Ну, этот мне нужен. Смотрите, покчампы сейчас будут. Не, ну вы видали? Вот так-то. Где покчампы? Ой. Мужик, мне от тебя ничего не надо. О май гад, какая тактика, да. Шок-контент. Ну да, я согласна, что она получилась более голливудской. Но мне понравилось. Не знаю, это мое мнение. Мне понравилось. Хз. Я согласна, что она более голливудская. Это 100%. Мне тоже понравилось. Осталась одна. Ну все, пойдемте за последней. Там здесь. Ну да. Блин, вот это самое неприятное. Да, там заходишь и натыкаешься на какую-то хрень прикольную. Там прикольнее, я согласна. Повествование во второй части мне больше понравилось. Да блин, в целом мне вот игра вторая как-то... Ну это тоже, она такая, приятные воспоминания оставляет. Ностальгию какую-то. Блин, молодой человек, а вы чего встали?
Нет, дроби это фигня. Знаете, что фигня? Целиться с геймпада. Ну, мало ли, в некоторых играх это работает. Чё, брат, как жизнь? Давай! Чё, крутой, да? Вот все. Да выпендрился. Мало кто знает, но со мной шутки плохи. Не знаю, по мне, так вот первая часть, она какая-то такая... Она вызывает у тебя чувство, ну... ненадежности, небезопасности, да, в том месте, где ты находишься. Хотя и вторая тоже... Ну, блин, но вторая, я согласна, это Голливуд. Чуть-чуть не успела. Вот лошара. И почему же? И почему же мне шутеры не очень? Меня кто-то увидел. Господи, я сегодня это... Да мне в детстве, блин, я... Понимаете, в детстве я жила в том мире, где мне давали постоянно поиграть в шутеры. Потому что ничего другого особо-то и не было. Мне как бы не кайфовало от этого, если честно. Уровень лицемерия. Это батя там больше как бы по этой части был. Я как-то больше любила всегда игры, где просто сюжет там интересный. Может, поэтому мне и Death Stranding зашел, эх, хз. Блин. Мех. Блин, коронавирус у чела. А, раз на раз. Оба! Не. Ну, в моем детстве не было, если ты про это. Но я не играла ни в Dragon Age, ни... Ну, я тебе... Мимо меня эти игры прошли, вроде говорила. Не, я бы как бы... Ну... Если будет возможность такая... Я бы поиграла, почему бы и нет. Мне как раз, я просто боюсь, что я вас задушу. Хотя для кого-то и визиндушный.
если тебе зашел. Ну, я понимаю, что это те же самые создатели, да? Ну, Elder Scrolls, я почему-то вот мне игры от беседки вообще не идут. Не знаю почему. Я не знаю почему, но игры от беседки вообще вот, ну. Ну, только это, но она же, типа, это. Они просто как издатели выступали. Fallout мне не зашел. Ну, я имею в виду. Третий, четвертый. Припасов нет. Мэла ни в чем не уверен. Я в Dead Space играла, блин, я просто... Не, я, конечно, могу как-нибудь постримить, но, блин, мало интереса в том, что ты уже проходил и тысячу раз видел. Ну, это мое мнение. Тоже духота. Ну да, я согласна, наверное. Не стоит. Посмотрим. Господи, моя ловкость ко мне вернулась. Вроде. Но это не точно. Сколько раз я проходила? Да, блин... Ну, я сама проходила, наверное, ну, первую часть раза два. И, блин, я до хрена раз смотрела стримы чьи-нибудь, еще что-то это вроде. Хз, мне не было страшно играть в Dead Space. Многие считают ее, ну, типа, одной из самых страшных игр для них. Но и мне не было страшно, да, там иногда некроморфы выскакивали. Ну, типа, вот, ну, прям, чтобы самое страшное, наверное, нет. Ну, это мое мнение, опять-таки. Блин, да и в Доки Доки-то я тоже играл. Будет мало интереса в том, что я уже играла. Мне кажется, Доки Доки это такая игра, когда ты должен, ну, типа, ну, не знаешь сюжета. Доки Доки прикольная тема, но... Это надо, если ты не вообще не в курсе, не знаешь ни спойлеров, ничего. А я играла. Блять. Полностью с тобой согласна, Себастьян. Полностью поддерживаю. Ой-ой-ой, жмых произошел. А где, где, где? Не помню, блин. Это кто был? Спасибо большое, Сереж. Спонсоры моего Heart Attack, Сергей и Виктор. Ой-ой-ой. Спонсоры моего Heart Attack. Черт, могло быть и хуже. Соглы. Ну, Двинти, я знаю, но, ну, как бы очень душит. Будет, ну, на стриме она будет очень сильно душить. Хуни-поп? Что это такое? Голос какой-то Тор, возможно. Двиньте, это все конец. Не, ребят, слишком. Я люблю сюжет, но, блин, Двиньте, это... Может быть, когда-нибудь я созрею, у меня будет свободное домашнее время, и я поиграю дома. Понимаете? Вот это вот нормально. А вот так, типа... Блин, я, кстати, больше всего не люблю вот этого чела с сейфоголовым. Блин, меня так... Так он меня бесил. Ага.
Господи, эта женщина так орёт громко. У-и-русу. Что это значит? У-и-русу. Так, окей. Романди, транскрипшн. Ага. Непонятно. Вирусу? Альтернативная форма называется вирус. Ты вирус? Это вирус мне донатит? Подождите, это мне вирус донатит, что ли? Да, реально вирус донатит, ребят. Корона, походу. Походу, корона донатит. Я знаю, что DLC топовое, но надо поиграть. Лавина сдонатит? Нет, лавин. Я знаю, что ты не донатишь никогда. Вряд ли никогда в жизни задонатишь, поэтому я уже смирилась. Ты только любишь мне на какие-то другие женщины цапки дарить. Я обиделась на тебя тогда, кстати. Спасибо большое, Вид, за поддержку. Не надо закрашивать. Ну, звучит вкусно. Звучит вкусно. Блин, фисташковый фон. Я вообще, в принципе, фисташки обожаю. А через какую систему доната влезает этот скримак? Через Donation Alerts. Пожалуйста, за ответы. Блин, вот это кривой момент, конечно, дико. Хотя не, вроде у меня руки с правильного места растут. Я просто видел, как Гитман спидранил этот момент. У него, короче, он постоянно умирал. Типа он застревал и убивали. Не бойся. Где? Кит. И я так понял, только она в определенной сумме? Кит. Да не. Она жива? Это от 100 рублей до 100 Отойди. Есть. Я до 100 открыл. Тоже, в принципе, ну как бы... Ну это вот 100 рублей. До 100, там, этот, музыка из психа. Ой. Я же этот, ну как бы, стример от народа. Я бы не стала цены заламывать. 100 самый сок, да. Что? Что, Витя? Открою. Да, где-то на максимально играл, но это ж не... Или там, типа, капкана больше. Блин, сейчас будет мой самый нелюбимый момент в игре. Ладно, работаем. Нет! Стой! Мое душевное состояние какое-то у чела. Уэсли! Сука, как же я его не люблю! Молодой человек, не бейте меня! Чем вы меня там бьете? Вот за жижу спасибо. Все очень плохо, чат, у нас один патрон.
Только сами знаете для чего. Геморный момент, не люблю его, блин. Всеми фибрами своего тела. А не надо? Или, блин, потом надо его... Ну ладно, хорошо. Сейчас, да. Не люблю этот момент, он прям больше всего в игре меня бесит. Молодой человек! Опять поднимается собака. Уходи, дверь закрой. У меня теперь другой. Мне не нужен больше твой номер в книжке записной. У меня прям жопа горит с этого момента. Да задолбал ты мне в щи! На! Сука, как же он меня бесит, сейчас бы борщ, да? Куриный супчик, блин, вкусно. Моя самая нелюбимая миссия. Лесли! Лесли! Что мы учли? Что мы учли сегодня, чат? Да, за собой нужно смывать, это правильно. Это правильно, чат. За собой нужно смывать. Привет, Зен. Зен, ты за собой смываешь? Скажи честно, ты смываешь за собой? Нет? Ясно. С Зеном все ясно. Блин, а кстати, а если сделать по рабочей стратегии? Понятно. Лол! Господи, я же этот... Зенда! Блин, чувствую себя спидранером, чат.
Так, здесь его вроде не будет, так что можно спокойно. Сейчас сдохнет. Ты лопнешь? Ты. Был пацан и нет пацаны. Сука, как же меня бесит он. Сейчас, блин, назад идти зашли этой хренью. Сейфоголовый, иди в жопу. Блин, все фигня, Миша, давай сначала. А, не, я поняла, почему сначала-то надо. Потому что я не тот болт выбрала. Ой. Пирамида головы или сейфа головы. Один фиг, я победила. Да, 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 да. Ну, во второй части много стелса, но при всем при этом я прошла ее. Как ни странно. И мне понравилось. Спидруинер, спасибо. Ой. Кажется, так не должно было быть. Ну, да, есть что-то. Я согласна, согласна, есть, похоже. Вроде так не должно было происходить. Ой. Получай. Получай свинцовый завтрак. Наконец-то. Ух, наконец-то, чат. Душный момент прошли. Поздравляшки. Понесли его, ребят, несите его. Чё, Серёж, ты приготовил-то еду?
блин, вот Витя сказал про куриный суп, мне что-то куриного супа захотелось. Вермишелевого. 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 И посуду вымыл, ничего себе, ты крутой. Мое уважение, мое уважение. Восьмая глава. Зерно прорастет. Рациональное, надеюсь, зернут. Как мне теперь бить Витя? Я тоже хочу куриный суп с вермишелью. Еще, короче, лук зеленый туда добавить. И мы еще яйца отправляешь, хорошо. Боюсь, правда, он испортится, но ладно. Почему не дотянешь? И сегодня приготовишь? Ты решил еще приготовить? Пец, красиво живете. Красиво живете, сударь. И, короче, лука зеленого туда, вермишелевый суп. И мы еще яйцо отвариваем. И типа вот разрезаешь и немножко прям так добавляешь. Такой балдеж, чат. Ой. Если вкусно приготовил, то понятное дело. И, кстати, на кефир. Я только 4 когда стула бывает. Только в щавельный добавляешь? Блин, а я щавельный не очень, если честно. А кто какой суп любит, ребят, больше всего? Креативные бабушки. Да, жаль. Ну, я как-то... Ну, я как бы не фанат, но иногда можно поесть суп, мне кажется. Раз... Типа полезно для желудка, там все дела. И горбух с еще горохами. Стоит ли шутить про гороховый суп? Стоит ли шутить про гороховый суп? Не буду. Блин, я прицел развидела, слепая совсем стал. Я почему-то вообще гороху не очень, если честно. Хз, почему? Все, что ли? Ты чё? Балдёж, их что-то вообще мало стало. Припасов этих ваших. Прилёг отдохнуть, туда бывает, понимаю. Витя, тебе не сказали, что у тебя? У тебя вообще анализы там взяли, не? Кстати. Кать, ты антилдаун проходил? Да, но, кстати, у меня были мысли еще раз пройти на стриме. На стриме прикольно играть в такие игры, мне кажется, неплохо заходит. Антилдаун хорошая игра, а? Вот скоро выходит еще... О, кстати. Видите, ключик.
Потому что чаще всего у тебя места нет для протурон, поэтому я накачал увеличение боезапаса в пушках. Возможно, ты прав, инкогнито. В этом есть рациональное зерно. А чё? Я знаю, вот летом выходит игра новая от создателей, я бы поиграла. Правда, я не знаю, когда именно она выходит. Вроде как еще точной даты нет. Может быть, даже бы с сестрой, кстати, поиграла. Там вроде ли кооператив она есть, мы могли бы с ней вдвоем поиграть. Блин, кумыс улетел. Следующий эпизод, да, да, да. Man of Medan. Ну, я надеюсь, что он будет лучше, чем Man of Medan, если честно. Но выглядит поинтереснее, во всяком случае. Знаете, я сейчас задумалась. Ладно. У подопытных 25 и 33, а теперь еще и номер 55, обнаружена аномальная мозговая активность. Ну, первое вообще ни о чем, я согласна. Является диссоциативное расстройство идентичности. Эксперименты на префронтальной коре привели к разрушению чувства идентичности. Были неожиданные результаты. Суицидальные мысли альтернативных личностей, выраженные в виде атак на основную личность. По мере того, как угасало самосознание, начался своего рода стазис. Словно кто-то сшил двух существ, и теперь они вынуждены жить вместе, ненавидя друг друга. Восхитительно. Прекрасно. Просто восхитительно. Нате, оратор, получи. Ой. Помню этих гомункулов. Боеприпасов нет. Это что-то прям от Dead Space, если честно. А это, кстати, нормально, что они на детей похожи? И я как бы вроде как не очень как-то это... Не очень правильно поступаю. Сделаем вид, что это были не дети. В среду будем смотреть State of Play Patlow. Да-да, дугу. Это карлики. Хорошо, это карлики были, ребят. Паспорту. Сколько у нас ключей? Ну да, нормально. А во сколько, не знаешь? Скажи, плес.
В 11 вечера норм. Мясной мастер? Корона? В смысле корона? Реально? Ты серьезно? В 11 вечера хорошо. Просто стрим тогда получается подольше будет. Но я как бы и не против. Это, наверное, будет стрим по DC, наверное, в среду. Или, если хотите, могу завтра сделать Одиссею. А послезавтра, типа, этот, добьем Визин и заодно посмотрим. Как хотите. Блин, надо что-то за кефиром идти, я так ли... Чья корона? Ну, не моя. Твоя корона? А ты королева чего? Инкогнито, а ты чего королева? Блин, мне интересно, как на вкус фисташковый соус? Попал в ловушку. София столько раз просила... А, подождите. Я, заметь, зашел слишком далеко. Конечно, попал в ловушку. София столько раз просила меня остановиться, но я хотела еще на шаг приблизиться к истине. Королева яхт? Да. Я знал, что будет трудно, но я же был так близко к разгадке. Я обратил внимание, что из-под двери немного дует. Наверное, она ведет наружу. Пластина, которую я нашел, похоже, подходит к углублению. Возможно, это ключ, по которой, ну, какой стороной его вставлять? Вероятность 50%. И я хожу здесь целую вечность, не в состоянии сделать простейший выбор. София, если я выберусь отсюда, то обниму тебя и скажу, что ты была права, и я никогда тебя не отпущу. Ой. Есть отличие от Silent Hill и Resident Evil. Но они чем-то схожи, блин. Надо выключить Good Game, я аж испугалась. Привет, нигилист. Ну, конечно, есть. Но... несущественно, я бы сказала. Так, вот эта пластина, да? Кровавленная пластина. Странная каменная пластина с обеих сторон. Вырезана лица одна сторона в крови. Ну, я как бы не специалист, наверное, надо вставлять той стороной, которая в крови. Угу, вот так. Ну да, Silent Hill больше хоррор, чем Resident. Ну, эта игра, то она же все равно тоже не совсем похожа на... Ни на то, ни на другое. Мне как бы Визин нравится. Ой, что-то... А, я помню, что это. Поэтому я хотел ремейк первой трех частей. Резика или Сандхилла? Опа. Опять жмыхает чат. Спасибо большое. В этот раз я просто подскочила, а подумала, если заору, будет очень плохо. Вам. Спасибо. У Резиков уже есть ремейки. Ну да, я понимаю. Но Silent Hill и Konami не хотят что-то пилить. Спасибо за инфаркты, да. Спасибо большое за инфаркт.
Док, что за хрень творится? У нас нет времени. Нужно обратить процесс, только так мы сможем его остановить. Он реально похож на на... Кто он такой? Ганнибала Лектора. Кое-что найти. Я не смогу помочь, если вы будете темнить, Док. Ведь вам нужна помощь. Он. Мы. Мы работали над одним методом. Как бы это сказать? Это как объединение разумов. Сознание на электрохимическом уровне делятся всем. Эмоциями, воспоминаниями, ощущениями. Напрямую. Это уникальная разработка. Она изменит психологию, фармацевтику, да и сами сознания. Серьезно? Это же ебаный кошмар. Я не говорил, что система идеальна. Особенно при таком нестабильном хозяине. Супер. Значит, ваш коллега псих. И мы все у него в голове. На донат от 10 тысяч поставить. Нет. Все мы вносим свой вклад. Что именно поставить на донат от 10 тысяч? Клип сделать, и что нужно поставить? Я поставлю. Но мне никто не задонат, не 5 тысяч. Типа, никто не видел, по-моему, донат на 5 тысяч. Так что... Но сознательно влияет только он. Что ж, если вы его знаете, что ему нужно? Ну, это просто теория, но... По-моему, он хочет нас убить. Звук дублируется, это туда, типа эхо. Это не... Доктор? Это типа так просто было. А, что-то хотела сказать. Алия тут. Она вообще смотрит хоть сюжет. Ты-то, Серёж, что-то я вижу. Блин, жалко Рони тут на стриме нет. Он ему вроде заходил играть. Дневник Себастьяна Кастеллано, 16 июня 2009 года. Утром мы впервые отвели Лили в детский сад. Она смелая девочка, быстро привыкает к новой обстановке. Ну, видишь, типа, что происходит? Эксперимент люди ставили, чтобы объединить сознание. Поэтому такая хрень происходит. Три последних года для Майера, благослови ее Господь, были нелегкими. Заботиться о маленьком ребенке – это ведь тяжелая работа без выходных и отпусков. Наконец-то Майера получит передышку. То есть вернется в полицию, в отдел розыска пропавших людей. И сновидений все больше и больше. И если как можно быстрее не выявить их причины, скоро и свидетелей не останется, все исчезнут. Конечно, я преувеличиваю, но все-таки в Crimson City творится что-то неладное, и нужно это прекратить. И Майра в этом поможет. Она отличный специалист и просто счастлива возможности снова заняться любимым делом. Я тоже счастлива заняться любимым делом, балдёж. По дефолту чем пошли? Кто узнал свою бывшую плюс чат? Ну, интересно, если так. Ну, мне нравится то, что тут в игре реально, ну, точнее, озвучка нормальная. Он просто, типа, любит мат добавлять. Ребят, сейчас отойду на 5 сек. Надо кефир налить, там все дела. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами.
Так, чат, я здесь. Ой, кто со мной вернулся в чат? Плюс. Ну или минус. Или резидент. Еще 7 глав. Раз 16. Блин, Лавина писал, что 14. Тут писал, что 15. Как сложно-то? Помню, 9 тоже душная. Не помню. Жестокие игры. Глава называется. Равно плюс-минус. Минус-плюс. И что это значит? Детектив Кастелланос? Это чьи-то воспоминания? Да, крепота. Так, а где мой второй наушник? А то я не стала второй наушник надевать, если бы, блин, включила звук, а там алерт, я бы подавилась, и вы бы не узнали, чем The Evil Within бы закончился. Вы стонали во сне. Да, гач кошмар. Крепота, крепота, уйди на Федота. С Федота на Якова, с Якова на всякого. Нет, не туда, нет. Не туда. Отпустите меня, отпустите меня. Пожалуйста, не пугайте остальных. Ну ладно, не буду. Не хочешь, не надо. Скверный вид. Бля, смотрите, портрет. Воспоминания действительно хрупкая штука. Воспоминания легко можно исказить. Ха-ха-хи-хи-ха. Относиться очень бережно. Эльза Вгенус. Я надеюсь, я правильно прочитал твой ник. Привет. Или опять же мых. У вас такой вид, словно вы увидели призрака. Да, что-то странно. Дети пострадали при пожаре. Где были родители? 17-летняя девушка сильно обгорела. Брат и сестра, игравшие в амбаре в поместье Викториана, стали жертвами пожара. Девушка впала в кому, причина пожара неизвестна. Да, плюс инфаркт, пожалуйста. Я тоже словила. Совместный инфаркт. Балдеж. Так, а что я могу вкачать? Главное, я прокачала этот спринт. Блин, в рукопашку, что ли, вкачаться? Хотя вы говорили патроны. О, болты агонии, кстати, нормальная тема. Нет, ну ли... Тягачи звуки просто великолепны. Блин, закрыто. Ну так неудобно, можно было бы срезать. У нас ключ еще есть, я хочу открыть
Сейф. Ой, спасибо большое, Элзавгенис, за фоллоу. Я, правда, очень надеюсь, что я не сильно корявлю, искажая твое имя. Спасибо огромное за за фоллоу, господи, за поддержку. Уже упоролась. Стример болеет, не обращайте внимания. Кукухой. Оп, еще кумыс. Мы бы выпили просроченное знелье. Ну, возможно. Возможно. Who knows? Я всегда думаю, блин, что за мужик ржет? А потом я вспоминаю, что это алерт я сделала такой. О, кстати, я только увидела подсолнухи нарисованные. Можно просто еще немножко вкачать. Ну ладно, давайте не вот так вот. Привет, подруга. Привет. Спасибо большое за фоллоу, Джуз 12. Вот этот поворот. What? Джуз 12. Почему Джуз 12-то? М? Да, мы тут пугаемся немножко, извини, если это... Если сильно напугали... Может быть, может ли человек просто так поставить в конце цифру 12? Как вы считаете, дамы и господа? Это, конечно, ёкает, я не ожидала. Конечно, это страшно не только для вас, но и для меня тоже. Ну и для вас, я так понимаю, да. Не, я сомневаюсь, знаете, цифра 12 меня смущает. Не та. Блин, вот эта локация тоже немало приятного. Здесь стелс тоже есть. Мало приятного в ней. Тут меня Явик бесил, блин. Стоп. Этот дом я где-то видел. Я никогда здесь не был, но... Да конечно, господи, это... Ну тогда так. Привет, подруга. Спасибо большое за фоллоу, говорю. Извините, ребят, за скримеры. Бога ради, простите. Джуз 13, спасибо большое. Это другое дело, сразу понятно, что реально. Как бы никакой не фейк. Очевидно же. Да, вот теперь нормально, спасибо, спасибо большое. Ладно, давайте продолжать. Потише, выкрутите потише, кто боится скримеров. Спасибо большое. За поддержку. Непалевный донатер. Потише сделайте просто, ребят, чтобы не оглохнуть от доната. Сегодня глохну только я на этом канале. Потом буду... А, что? А потом меня родители спрашивают, Кать,
какого хрена ты ничего не слышишь? Постоянно переспрашиваешь, а я им скажу. Это все ради учебы. И заплачу. Что понятно-то? Что тебе понятно, инкогнито? Оп, немножечко жижи. Балдеж. Блин, ну тут мне сейчас вообще, конечно, по правде говоря, будет не очень приятно. Тебе все понятно? Ясно. Оп, еще жижу увидела. Блин, сейчас немного дернулась из-за сраных пернатых. А нельзя? Нет, нельзя, ну ладно. Ой, ну пойдемте в этот ужасный дом. Эй, черт, а постой же! Да, не самое приятное место. Тоже одно из моих нелюбимых мест в игре вообще. Если честно. И что теперь? Целый час с женой протрещал по телефону. Много пропустил по сюжету. Блин. Ну смотри, мы узнали о том, что... Рувик, у него типа была сестра, и они попали в ужасный пожар, и его сестра впала в кому, и у нее там вообще ничего, живого места на теле не осталось. Вот, и мы сейчас попали в их дом. Что еще? Убивали сейфоголового чувака. Еще что мы убивали? Да так, типа, знаешь, ходили, там что-то изучали, пугались донатов. Так, всего понемножку. А это здесь будет... Да. Не, не здесь, по-моему. Ну... Хотя тут везде они, блин. Ну да, вообще, да. Я, кажется, понимаю, о чем ты. Вот. А ты не... Ты же играл, да, Януш? Или смотрел, не? Записка из столовой особняка. Наконец-то я нашел этот путь, портал в новый мир. Все сведения с самого начала были у меня под носом. Здорово, что жизнь... Что? Что? Спасибо большое, Серёж. Когда-нибудь у меня все-таки произойдет что-то с моей психикой, меня жмыхнет. Капец, ты клевая, Буква, скучал по стримам, у Буквы есть время, теперь я с тобой. Привет, Буква, рад тебя видеть. Тут, правда, скримеры, так что потише стрим делай. Но давно есть у меня один стример с Уфы. Блэк Уфа? Блин, я... А, архив. Вот. Да, он самый... Ну да, он хороший стример. Давно... Ну, я не смотрела, правда, его прохождение этой игры. Ну, полезно иногда освежить. Как твои дела, Буква? Я поражён. Я тоже очень рад тебя видеть, если что. Спасибо еще раз, Сереж, за поддержку. Я... Все равно, когда не ожидаешь, я хоть уже так стоп, ну, чопорно реагирую, но все равно, как бы... У меня просто нет уже сил реагировать. Я типа такая, да, добиваете меня. Ну, типа, шучу. Почему плохо? Я поражен, я в ярости от того, что не разобрался во всем раньше. Особый процесс, который может сломать человеческую психику и дать мне свободу действий, так очевиден. Ну да. Просто поставить донаты на 100 рублей. Вот все. Давить. И теперь, когда я все вижу, теперь, когда моя задача ясна, мне кажется, что у меня нет выбора. Я могу добыть все, что искал, все, что утратил. Но для этого нужны ресурсы. Хименес, наконец-то этот кретин начнет отрабатывать свое жалование.
Буква в четверг уронила себе на пальчик бревно. Теперь пальчик болит, кровь под ногтем. Возможно, буква умрет, и ему надо передать свой акт. Буква, не переживайся, будет хорошо. Живи, буква. Открываю двери с ноги. Профессионально. Вырезка из газеты Crimson Post. В Crimson City при пожаре погибли ребенок и няня 11 февраля 2012 года. И несмотря на все усилия пожарных, маленькая дочка и няня погибли в огне и дыму. Эта трагедия произошла в частном доме в Парк Риджи, одном из районов Crimson City. Пожарные прибыли быстро и действовали решительно, однако огонь распространялся еще быстрее. Погибшая Лили Кастеланос, 5 лет, и ее няня Хуанита Флорес, 56 лет. Родители Лили, детективы городского департамента полиции, бросились к месту пожара, но не успели спасти из огня свою дочь. Пожар удалось потушить лишь через несколько часов, и дом сгорел дотла. Причина возгорания неизвестна, однако, по предварительным данным, она взята с неисправной проводкой. Далее на странице 8. Пожар. Да, тут много наркомании. Аксбери, биткоин, буква богатый получается человек. Вы хотите воспользоваться зеленым гелем? Хочу. Хочу, хочу. Спасибо, спасибо, что сказала. Пойду воспользуюсь зеленым гелем. Ага. Рядом с поместьем найдены трупы. Идентификация займет несколько недель. 4 изуродованных трупа найдены рядом с поместьем Викториана. На телах обнаружены следы грубых хирургических операций. Пропал Рубен Викториана, сын богатой семьи Викториана. Не виделись с тех пор, как в поместье произошел пожар. Ну, пойдем гелем воспользоваться, раз ты настаиваешь. А насчет ногти не переживай, я думаю, должен. Рубен, да, ульты. Многие бы сказали, что это просто совпадение. Но я бы сказала... Да, это совпадение. Гай Франкенштейн? Нет, тут очень все сложно, буква. Ты пропустил стрим, там сюжет вообще завороченный. Завороченный прям до самого. Что происходит на экране? Тебе рассказать сюжет? Короче, мы играем за Себастьяна Кастеланоса. Я опять пересказываю сюжет, чат. Нет? Ну ладно, буду. Будет гадать, гадай букву, ты не угадаешь. Ладно, ладно, все. Не бейте, только не бейте, лучше обоссыте. Не бейте, лучше обоссыте. Рубен, не бей меня, пожалуйста, сука. Я уберу микрофон подальше, чтобы вас не травмировать сильно. Все равно громко. Сердечное было просто. Блин, ну просто не хочу. Я потише себе сделала, ребят. Вам нормально меня слышно? Я не буду кричать, я просто... Точнее, я буду кричать, просто потише сделала. Блин, да. Давай, Рубен. Раз на раз. Только ты и я.
Не надо. Что, раз на раз? Давай. Только ты и я. Ты где? Нет. Нет, такого не будет точно. В смысле, а почему через год? Почему Зен? Что это у нас тут? А, блин, помню это. Но смутно. Нет! Отпустите меня! Тест 92А. Электроды размещены в зоне боли М33. Эффект отсутствует. Больше эффект ожидается при стимуляции зоны согласия F7 в неокортексе. Трогайте меня! Фиксация отпечатка личности произошла не полностью. Остались черты исходной личности. Ну так, чисто, знаете. Спасибо. Отлично. Что это я запустил? Это, как это назвать? Святая святых? Собственно, это подходит. Потрясён. Зачем ты вернулся? Я не давал тебе разрешения. Да ладно, мы же оба ученые. В смысле, тебя в армию забирают, Зен? Отличный поиск, стремление к новым знаниям. Ты можешь показать мне свои эксперименты? Я тоже могу продемонстрировать кое-что. Это не еда. Они тебе не понравятся. Покажутся отвратительными. Ученым приходится делать множество вещей, которые непрофессионал сочтет отвратительными. Я и сам совершал поступки, которые другие назвали бы мерзкими. Ты думаешь, я монстр? Ты слишком озабочен своим обликом, но твой разум — вот единственно значимая ценность. Реально? В смысле? Это Марселла. А с ним кто? Рувик? Ты университет? Ты типа заканчиваешь сейчас или что? Почему тебя в армию тут забирают? Морфлот? Зачем тебе Морфлот? Нет, не бейте, лучше обоссыте! Рувик, давай договоримся! Давай договоримся! Я убираюсь! Сука! Вот все. Вы что, испугались, да, ребят? Ну, бывает, ничего. Похоже, это та же самая красная жидкость. О, Лавин вернулся. Я въезжаю в стройку.
Я въезжаю в стройку. Я въезжаю в стройку. Все, кукуха поехал. Да, Зен. А когда призыв? Чё, когда? Когда это? Провод это? Ну ты уверена, 100%? Может попозже? Это был парик. Буква. Это был парик. Зен, на кого ж ты нас променял-то? Да, реально, Зен. Я просто еще не верю в это, типа, знаете. Потом придет такое не... Да. В смысле, типа, я до сих пор не верю, что Зену в армию забирают. Че, типа, чего? Не боись, это еще не факт. Ну да, типа, не, мне сказали до 3 июня сдать анализы. А тебя, ты, типа, университет-то, за, ну, этот закончил? Так, кто такой этот ваш парик? Это мой друг. Балдеж. Жесть, Зен, ну ты серьезно, ну типа, камон. Он идет, а потом забудет про меня. И про нас всех. И как нам теперь потом... На кого ж ты нас оставляешь? Если не буддист, то возьмут. А в смысле? Что ты имеешь в виду против буддистов? Не понял. Ты бы канул или не показалось? Два года проходил медкомиссии. У меня, кстати, был такой знакомый реально, который... Был у меня знакомый. Тот даже до хрена времени медкомиссии проходил, но его вот так и не взяли. Симпатичный молодой человек. Я первый раз проходил в 2016 году, потому что у меня вообще ни одной повестки не было. И если мне не еще удастся попасть куда я хочу, вообще круто будет. Пустырь будет при подметании. Да, блин. Ну, мне, конечно, не понять, ребят. Я не буду служить. Вроде. Наверное. Но это не точно. А вдруг меня сейчас возьмут и призовут, скажут, все стримеры будут военнообязанными. И я такая просто... И пойду по плацдарму. И там, почему вы там ходите? Ну да, насчет короны согласна, блин, знаю. Будь осторожнее, реально. Не самое лучшее время для призыва. Отдал кому-нибудь честь? Даблкил! Вот этот поворот был. Вот это был сейчас поворот, чат. Даблкил сейчас был, what the fuck? Балдеж. Балдеж. Давайте, да, давайте, ребят. Я одобряю. Ну где ты? Я въезжаю в стройку! Рубик, отстань, дружище! Не бей, лучше обоссы!
Все, меня не видел. Да блин, я боюсь, потому что я подпору. Да мне страшно, я когда играю, мне же страшно. Я не вру. Мне реально страшно. Сучий Рувик. Простите, что-то я потише сделала. А можно было под кровать еще, кстати, залезть. Блин, мне потому что я, ну, типа, люди думают, что мне не страшно, но мне страшно. Куда отпускают, в смысле, сыкло? Да, я боюсь. Нет, я не знаю. Топор надо забрать. Простите, чатик, простите, мои дорогие. Спи, усни. Записка из комнаты Рувика, и я снова видел ее там, в конце коридора. Как всегда, прекрасные черные волосы, посеребренные лунным светом. Глаза черные, озера, и в своем любимом платье цвета алого заката. Словно пятно крови в тусклом свете. Лаура, ну конечно, ты не умерла. Почти похоже, по-моему. Да страшно, тебе еще минут 30. В смысле? Так ты же не играл буква, и там ничего 30 минут, через 30 минут ничего страшного не должно быть вроде. Если я ничего не... Лед тронулся, господа зрители. Какой еще лед? Сука, Рувик. Ты не трогаешь меня, я не трогаю тебя. Мне было не страшно, во всяком случае. Я же просто играл в эту игру. Я тоже так умею. Спасибо большое. Я правда старалась не заорать. Я правда старалась не заорать, ребят. Было тяжело. Черт! F. А, вверх надо стрелять. Похоже, там вибрация на донате. Язычница, сука. Спасибо большое. Отлично. Что это я запустил? Это, как ты назвал, святая святых? Я. Зачем ты вернулся? Я не давал тебе разрешения. Да ладно, мы же оба ученые. Жизнь ученого — это вечный поиск, стремление к новым знаниям. Можешь показать мне свои эксперименты? Я тоже могу продемонстрировать. Больше действительно страшный чай. Они тебе не понравятся. Покажутся отвратительными. Отвратительными. Ученым приходится мое лицо в этот момент. Вещей, которые непрофессионал сочтет отвратительными. Мое лицо в этот момент. Я совершал поступки, которые другие назвали бы мерзкими. Хай. Ты думаешь, я монстр? Ты слишком озабочен своим обликом, но твой разум — вот единственно значимая ценность. Это Марселло. А с ним кто? Рурик? Спасибо за куб. Отстань. Thank you.
та же самая красная жидкость. Получается так. Ну, типа два, может быть, нижний шифр. Я уж плохо помню, если честно. Да пипец, вот это, с этого жопы-то горит. С этого пукан-то и подгорает. Ой, подожди, хп хи мало, подожди. Ой, теперь нормально. О, здоров. Что-то тебе нехорошо, по-моему, дружище. Теперь точно что-то нехорошо тебе. Жесть. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Вроде 12 чат. Вроде не, ну, как бы, но это не точно. 12.2. Я просто плохо помню код, если честно. Балдёж. Ну, опять от Рубена сейчас убегать. Опять орать, не хочу орать. Блин, я теперь хрен сделаю даблкил. Что же, блин, у нас уже 13. Кек. Блин, вот это вот и забавно в этой игре. Мы скорее загрузили уши, ну да. Это хаота Рубика, да. Балдёж, ты еще какой? Впервые слышу о таком вообще. Так произошел жмых. Thank you.
Черт. Все, я не лоханусь. А на канале проходили Мертвуковский? Отлично. Что это я запустил? Это, как ты назвал, святая святых? Собственная лаборатория? Не, давайте завтра продолжим, это пипец. Не, лучше уж завтра, ребят. Я что-то не меня не впечатляет эта манера. Мы же оба ученые. Жизнь ученого — это вечный поиск. Мэр подкрывается. Ладно, давайте еще раз. Ладно, последний трай. Все. На. Они тебе не понравятся. Покажутся отвратительными. Достал. Ты достал, лох. Ну ладно, давайте просто типа пробегу сейчас. Заспидраню этот момент. Все, ребят, спидран пошел. Я врываюсь в стройку. Все, пошел спидран. Ван, да. Да, меня на турнир, пожалуйста, отправьте. Турнир по ОРО, да, я умею. Ура! Оп, дабл килл опять. Блюш.
Как же она хороша. Снова. Все, нормально, что дошли. Могу микрофон включать. Ой, мы молодцы, чат. Благодаря моему упрямству я все-таки дошла до этого момента. Иногда чувствую, что упрямство — это хорошая черта в моей жизни. Подопытный номер 12. Тест 71Б. Электроды размещены в зоне А2. Стимуляция миндалевидной железы, центра эмоций и памяти, а также страха. Опытный чувствует то же, что и я, но он не выдержит обычную для меня нагрузку на психику. Ух. Чат, мы молодцы. Мы с вами молодцы. О, отец. Если бы ты только знал, как я был рад увидеть это выражение на твоем лице. Неужели ты правда думал, что я исчезну, если спрятать меня подальше? С глаз долой, из сердца вон. Да, ты так и думал. Ну а я тебя ни на секунду не забывал. Надеюсь, ты собой гордишься. Какой бунт? А в честь чего бунт-то? Что за бунт? Какой бунт? Что такое бунт? И мамку тоже там... Да, бывает. Блин, противно, согласна. Что за бунт-то? Буква, ты что бунтуешь? Буква, ты бунтарь, что ли? Что запрещено? Ты что, знаешь, что такое митинги несанкционированные? Тебе объяснить? Ну, по поводу оскорблений согласна. Сука! Сук, сук, сука! Ой, блин, да ты серьезно? Сука! Балдёж. Тупо сдал. Тупо сдал. Взял и сдал, гад. Паразит. Получается, бунт сработал. Ну да, наверное, сработал. О, отец. Если бы ты только знал, как я был рад увидеть это выражение на твоём лице. Неужели ты правда думал, что я исчезну, если спрятать меня подальше? С глаз долой, из сердца вон. Да, ты так и думал. Ну а я тебя ни на секунду не забывал. Надеюсь, ты собой гордишься. Просто взял и сдал. Просто пипец какой-то.
сраный зомбак, предатель. Должен был бороться со злом, а не прикинь. Что за бунт? Не знаю просто. Чё, давай? Давай, лох. Вставай. Хотя не, можешь не вставать. Урод. Стимуляция кортикальных областей оказалась совершенно неэффективной. Подопытные кричат не переставая, однако умирают слишком быстро. Индивидуальный подбор дает приемлемые результаты. Но на каких... Ли это девочка, если что? Сосредоточить усилия. Страх, надежда, согласие, доверие, зависть. Три из них основные, но что является ключевым фактором? Я девушка. Давай, раз на раз. Оба. Вот все. Вот да выпендривался, как говорится. Похоже немного, да, я согласна. Есть падение. Я вижу, вы беспокойная натура. Да. Это я, здравствуйте. И Себастьян Кастелан из по кличке Беспокойный, это я, да. Блин, у буквы сработал, он, походу, женский этот, угодник. Дамский угодник. Буква дамский угодник. Получается, да, ловушка получается какая-то. Спокойная натура прессовывает мозг, ну да. Блин, надо таблетки выпить. Еще. Ясно. Слился, да? Что это такое? Сидеть тут не буду, просто пришел сказать, что ты очень красивый, все, пошел при этом вечера. Спасибо большое. Спасибо огромное за комплимент. Реально приятно. Готэм Грей. А, Готэми. Готэми Грей. Спасибо большое. Спасибо огромное за комплимент, правда, очень приятно. Готэми, да, извини, неправильно прочитала сначала. Слепая. Либо усталый, либо то и другое. Буква байтер от бога. Хардкилл.
Эля, алло. Блин, мы сейчас будем заканчивать уже, но... Мне просто очень хочется... А, блин. Фиаско. Я что-то думала, что там наверху, а нам сюда. Блин, наверное, тут тоже долго. Ну ладно, я так пробегу сейчас. Ну, не сильно буду заострять на этом внимание. Ну, наверное, да, со мной что-то не то, потому что я люблю игры. Я люблю стримить игры на Твиче. Наверное, да, со мной что-то не то. Но спасибо за комплимент. Блин, здесь тоже можно спрятаться. Я не хочу. Да, спасибо большое. Хорошо тебе. Времяпрепровождения и вечера. Блин, если она ржет, сейчас опять он придет. Вроде. Не знаю, какие дела у нее появились. Но она тут. Не, ребят, при всем уважении, я знаю, насколько сильно популярна ветка джаз-чатинга и прочее. Но, блин, меня этот контент реально не интересует. Мне кажется... Такого контента на Твиче, вот, ну вот просто вот столько. Ой. Ой, нет, я пошутила, Рубик. Я пошутила. Нормально такого контента, только не бей, пожалуйста. Рубик, я пошутила, там нормальный контент, нормально, только не бей. Да, нормальные стримерши в джаз-чатинге, только не быкуй на меня, пожалуйста. Ок, да, все. Все? Вроде успокоился. А всего надо было сказать, что стримишь нормально уже все. Да, да. Кому? Каждому свое, как говорится. Но делать я этого не буду. Ну, что бывает. И парни бывают, и разные гендеры бывают, и... Я никого не осуждаю, но я этого делать не буду. Два мира, разделенные пропастью. Наверху безликие зрители, смеющиеся на трагедии. Внизу без помощи жертвы, теряющие все. Да, я знаю. Я знаю, о чем ты. Смотрите. Утка-стример. Даже утки стримят. Блин, я думала, просто надо самому разгадывать, а тут все как бы сделать за меня. Просто давайте ластецкую сделаем, и тогда уже заканчивать будем. Подопытный номер 14, тест 88C, подготовка лимбической системы, попытка третья, размещение электрода, зона C4, стимуляция передней поясной коры, одежды. О боже, о боже! О боже! Воздействие на зону надежды улучшает контроль над волей пациента. Но одного контроля недостаточно. Да-да-да, такие гач-звуки, я просто это, да... О боже! Боже! О боже! Как мы смогли.
этом году больница не получила обычные пожертвования от семьи. А что, сотрудники сделали нечто заслуживающее пожертвования? Семья Викториана всегда щедро выделяла нам средства. Где твои родители? Они ушли. И когда вернутся? Доктор, ты хотел что-то обсудить? Я пришел сообщить, что больница больше не сможет поставлять тебе материалы. Ты не сможешь продолжать эксперименты. Как ты смеешь угрожать мне в моем собственном доме? Нет, это не дырки в футболке, это просто хромакей. Так, ну мы сейчас гениальные дырки. Ребят, а что? Наконец-то, блядь. А что здесь, мы узнаем уже завтра на стриме, потому что сегодня время наше закончилось. Да, ну да, возможно. Ты так по телеку? Да, я с телевизора, ребят. Да, мне нравится эта локализация, тут мат много. Я-то не матерюсь, хотя бы кто-то матерится на этом стриме. А что будет в next серии, вы узнаете на следующей неделе, дамы и господа. Да, именно так. А, ну, просто на самом деле уже время заканчивалось. Мне надо еще собаку помыть. Она большая и вонючая. Потому что грязная. Поэтому надо мыть собаку. Чат, кто умеет проклятие? Не надо. Не надо. Завтра приходи и все узнаешь. Приходи букву. Собакина надо помыть просто, понимаешь? Собакина. А во всех местах. Во всех. А, что я хотела вам сказать? Что я хотела сказать? Спасибо большое Вите за поддержку и Сереже. Я надеюсь, что они на стриме. Я как бы понимаю, что я каждый стрим благодарю вас, но все равно. Надеюсь, вы меня слышите. Уши. Это она. По традиции. Спасибо. Я сначала думаю, бат. Спасибо огромное, Сереж, за поддержку. Я думала, слышите вы меня или нет. Но надеюсь, ведь тоже на стриме. Звук оргазма твоего. Спасибо большое, ребят, что смотрели. Спасибо огромное. Ты опять испугался? Не бойся, это... Не плачь. Я очень рада, да, что вот ребята зафоловились. Надеюсь, вы будете смотреть трансляции. Я разные игры играю. И завтра мы добьем The Evil Within. Не знаю, насчет DLC, я подумаю. Потом будем с вами в среду смотреть State of Play по The Last of Us 2. И будем играть, скорее всего, в Одиссею, не знаю. Так вот, примерные наброски на эти 2 дня. Спасибо огромное вам за вашу поддержку, ребят. Я безумно это ценю. Все, что вы для меня делаете, это неоценимая просто помощь и поддержка моего канала. Не только материальное, но и моральное, что тоже очень важно для меня. Спасибо за фоллоу вам, ребят. Спасибо, что смотрите. Что приходите из стрима в стрим, для меня это очень важно. Почти половина, да? Спасибо огромное. Нет, Одиссея. Да с вами весело, мы лампово. Я разные игры играю, я один раз в неделю Одиссея играю, так что не так много. Вот, все. Большое всем спасибо, ребят. Хорошего вечера, отличного времени, препровождения. Не болеть, самое главное. А те, кто болеет, выздоравливайте поскорее. Знаю, у нас есть такие зрители, которые сейчас болеют. И я от всей души желаю им крепкого здоровья и выздороветь как можно скорее. Вот, всем... Там ББ вышел. Блин, ну потом гляну. Спасибо большое всем, кто смотрел. Увидимся с вами завтра. Хорошего вечера. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте, в Дискорде, там все анонсы, все такое вот. Все, всем хорошего вечера, отличного отдыха и пока-пока.